Есть. Хорошо, как выглядит наш зал встреч сегодня? Ну, он также выглядит. У нас здесь огонь, и он пришел вместе с потоками солнечными. Мы приветствуем огонь. Мы приветствуем огонь. Я очень рад, что мы с ним так связались. Он нас услышал. Наша связь действительно очень хорошо функционирует. Он услышал меня, когда я сегодня с ним общался где-то за полчаса до нашей встречи сегодняшней. Да, он услышал. Он говорит, что многие телепатически общаются. Многие жизни. Многие жизни. Ну что очень хорошо было его многие слышно. Многие формы жизни, вот даже так. Связь была просто отличная. Очень хорошо было его слышно. Давай пригласим синего твоего куратора на счет 1, 2, 3. И снимаются все маски, голограммы на счет 3, 1, 2, 3. Все фантомы пристают в своих первозданных видах согласно эфирному коду ДНК. Синий здесь. Мы приветствуем синего. Он приветствует нас. И мы хотим пригласить его сегодня вместе с нами в очень увлекательное путешествие для нас, во всяком случае. Мы хотим вместе с нашим другом Огнем переместиться на Солнце и установить контакт, посмотреть, не будет ли он возражать против этой поездки. Он говорит, проверьте его. Хорошо. И мы обращаемся к Огню. Снимаются все маски и голограммы на счет 3. 1, 2, 3. Это он. Хорошо. Благодарим за проверку. Синий, я прошу... у меня вопрос, как будем добираться-то? Телепортироваться на тарелке? Как ты подскажешь? Мы еще такого не делали. Он говорит, наверное, ну, у представителя... Солнце есть какие-то, да, предложения. Давай обратимся к Огню. Огонь, скажи нам, пожалуйста, как нам совершить этот переход на Солнце, потому что для нас это еще неизведанный край. В общем, у нас есть защитная какая-то капсула, на которой мы все можем туда переместиться. А внутри, когда мы переместимся, нас не будет, так сказать, когда мы пройдем эту плазменную оболочку Солнца, нам не будут эти высокие температуры как-то влиять на наше самочувствие? Значит, он говорит, что это плазменная капсула специальная для, форм другой жизни, и то, что, значит, вот этот газовый слой Солнца, то есть не все Солнце такое, это только газовый слой какой-то. Такая верхняя оболочка, да, как мы понимаем? Да, да. Понимаю нам, да, с этими миллионами градусов. А как они не страдают от этой температуры внизу? Они же там находятся, в принципе, там же жизнь существует. Или они находятся в других телах? Тела другие устроены так, что им комфортно. Хорошо. Мы согласны. Огонь, а где твоя капсула находится? Как мы в нее сейчас переместимся? Втроем? Четвером? Ну, она здесь. Хорошо. Надо дать команду? Да, нам надо в нее попасть как-то. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Вера, Влад, Огонь и Синий. Перемещаемся в капсулу Огня на счет 3. 1, 2, 3. И мы в плазменной капсуле, защищенные от всех негативных воздействий. Знаешь, что мы сделали? У нас вот эта вся комната получилась в капсуле. Вот как. Так мы всей комнаты летим на Солнце? Да, да. Эта капсула, она, ну... Отлично, хорошо. Вокруг комнаты. Хорошо. Мне дальше надо дать команду или кто будет? Хорошо. И я даю команду. Первый раз в своей жизни. Вот. И мы перемещаемся на счет 3 на Солнце. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Ну, вот получается, огонь как-то ей управляет. Ты видишь что-то? Нет, мы... Ну, я понимаю, что очень большая скорость как-то, вот, с которой мы передвигаемся. Да. 360 миллионов километров. Говорит, это кажется, что далеко. На самом деле мы почти приехали. Я просто говорю, с какой скоростью это 360 миллионов километров от Земли.
И мы так быстро перемещаемся. Он говорит, не зацикливайся на цифрах. Понял? В общем, смотри. Это вообще какой-то как экскурсионный центр. Он припарковал эту капсулу и нашу комнату. Да. И мы сейчас все выходим в такой зал. Mm-hmm. Коридор, зал. Какое-то место, откуда мы можем наблюдать. Изнутри? Да. Что ты видишь? Он говорит, что очень многие хотят на солнце попасть, и поэтому мы сделали вот такую. А, понятно. Хорошо. А что видно сейчас в окна, если таковы есть? Травой центр какой-то. Мы одни там или еще кто-то есть из гостей? Ну, честно, я вижу, да, кого-то еще там. Но он нас проводит в другое место дальше, то есть, чтобы не пересекались. Хорошо. Пусть, пожалуйста, объяснит, расскажет, где мы сейчас находимся. О вашей планете, о звезде, вернее. Сколько у вас населения? Ваша история, может быть, немножко? Он говорит, что мы помогаем землянам. Хорошо. Мы тоже. Уже на одной стороне. Значит, технологиями помогаем и... Кстати, насчет технологии, да, да, пожалуйста, дальше. Технологии и еще, ну, как сейчас подберу слова, то есть еще они стихиями, что ли, как-то помогают, то есть землетрясения, вот, что сейчас какие-то такие вещи, когда происходят. Глобальные космические, глобальные, да. Вот они с ними помогают. Иногда пытаются предотвратить. Иногда не получается. Стихий у нас пока хватает на Земле. Мира, опиши место, где ты сейчас находишься. Там видно что-то? Или это закрытое помещение? Нет, мы, знаешь, мы сидим как в кабинете. Mm. Почему-то не, ну, нету ни окон, ничего. Понятно. Сколько у тебя процентов энергии сейчас? Значит, 3, 1, 2, 3. Считай, пожалуйста. 720. Хорошо, значит, все нормально. Почему-то он не хочет нам показывать дальше. Смысла нет. Не хочет? Звезду. Не хочет. Он говорит, что да, что нужен, что ему нужно какое-то разрешение, чтобы показать саму планету. Но, то есть ответить он может на вопросы, на какие-то образцы может показать. Хорошо, давайте сделаем так. Мы не хотим нарушать никакие порядки. И может в следующий раз, когда мы встретимся, он получит это разрешение или сообщит мне об этом, и мы тогда с удовольствием еще раз посетим его. А сейчас у нас вопрос, если можно, расскажите, пожалуйста, о вашей цивилизации. Кто вы? Как вы называетесь правильно? Сколько вас? Как долго вы существуете? Если есть какие-то, может быть, информационные такие данные. Вот, и вы намного дальше развитие нас. Нас хотелось бы, конечно, узнать о ваших технологиях, которые у вас есть. Может быть, что-то было бы и полезное для нас, для людей. Мы могли бы это передать и что-то хорошее вместе сделать. И, потому что нам-то, в общем-то, легче это сделать как людям, чем вам. Но он говорит, что мы стоим на уровень выше. Мы просто элементарное общение у нас происходит телепатически, то, что на Земле, ну, даже не до конца доказано, как-то так он говорит. Ну, и из мира фантастики. Кто-то верит, кто-то не верит, кто-то пользуется этим, даже сейчас на Земле. Но все равно это еще из мира фантастики. Вот он просто пример привел, что элементарные вещи, которые нас отличают, которыми мы даже не можем представить, как можно быть без, ну, телепатии, да? Все имеют, но не все пользуются. Многие даже не догадываются, что умеют. Да, потом у нас технологии, которые перемещение. Мы можем перемещаться очень быстро и... По всей Вселенной? Да, безболезненно, как бы, для своего физического тела. О, это отлично. У нас конечно, и у нас и вот есть вот эти капсулы у них и другие, как сказать, средства передвижения. Он не говорит космические корабли, говорит средства передвижения. Хорошо. А сколько вас находится на Солнце живых существ?
И как называется ваша цивилизация, если можно спросить? Если у нее есть название. Для вас просто солнечно, он говорит. Да. И что он говорит, что ну, живых существ, вот что ты спросил, он говорит, что ну, у нас совсем другая жизнь, как в вашем понятии. Ну, он же, я его считаю живой душой. Живой. Но дело в том, что сама звезда, она живая. И поэтому вот сказать, что живых существ, здесь все живое, все абсолютно. А человекообразных, скажем так, вот таких, как он, таких, как мы его все видим сейчас, солнечных людей, как он представился, солнечный человек, есть какое-то число, чтобы сориентироваться? Ну, он говорит, что это форма, чтобы вам было понятнее. То есть он приблизил себя, чтобы нам было понятнее. Не понятнее, а привычнее, чтобы нам было. Вот он приблизил себя к более форме, вот, форме человека, да, просто хорошо. Вокруг него огонь везде. Ну, все равно интересно. А вот сколько таких, как он, на Солнце? Есть какое-то число приблизительно? Нет, он говорит тебе не к цифрам, не цепляться. Не зацикливайся, да, на цифры. Хорошо. Ну, а по технологиям, может быть, какие-то, которые вы применяете, они могут быть интересны для нас? Мы можем их нашими средствами воплотить, или это еще не скоро будет? Вот он говорит, что... Ну, он продолжает еще вот свой первый вопрос. Да, пожалуйста. Что... да. Насчет цифр, что... Мы в любой момент можем увеличить количество, ну, как, знаешь, вот как огонь, искра от... От огня пламя становится, то есть... Искра отделилась от огня, и он уже может, она уже живая, вот что он говорит, то есть... Понятно. Поэтому не цепляйся к цифрам, нас много и нас мало, вот как-то так. То есть мы можем это контролировать, увеличивать, регулировать. А кто у вас центральный разум, или как это существует? Вы каждая личность особая, или у вас центральное какое-то там управление разумом? Как центральное это управление на планете, на звезде. Значит, у вас есть совет, который управляет этим? Однозначно. Понятно. Поэтому ему и нужно разрешение получить. Никаких вопросов. Мы не собираемся его вводить в неудобное положение, задавать вопросы, на которые он не может ответить нам. Мы с полным пониманием относимся. И он нам сообщит, когда, если такое разрешение мы получим когда-нибудь. Хорошо. Очень интересно. Спасибо большое. Может быть, он что-то хотел нам еще показать сейчас, что можно показать? Или... Мы что-то можем для него мы сейчас... Мы подарили камень в прошлый раз, и он нам показывает тоже камни. Солнечные? Солнечные. А как они выглядят? Опиши их. Они как кораллы выглядят, такие, но цветом только вот желтые. Ну как желтые? Разновидность желтых, то есть от темных до светлых разные. У них есть какие-то свойства этих камней? Или это просто минералы? Он говорит, что это наша планета, это звезда состоит. Но эти камни живут на этой звезде. Вот. Так это живые камни, получается, да? Или это форма? Он говорит, что у нас все живое. Вы будете удивлены, но ваши камни тоже живые, он говорит. Наши камни живые. Это первый раз слышу, конечно. То есть в них существует какой-то разум, или в них существует какая-то форма жизни, или как это понять, огонь? Объясни, пожалуйста. Да, он говорит, что существует. А как есть смысл? Ее нельзя назвать форма разума. Ну, если вам так понятно, то пусть будет так. Ну, камень же не сидит и не размышляет там миллионы лет, что он камень, у него здесь какие-то, в общем-то... Я поэтому спрашиваю, как это себе нам представить, по нашему пониманию. Тем не менее, они живые. Хорошо, я просто слышал, есть много разных камней, тем не менее, многие люди на Земле утверждают о их лечебных свойствах, и они доказаны. Поэтому это жизнь все-таки, безусловно, какие-то энергии, какие-то вибрации. Может, мы об этом сейчас говорим? Абсолютно верно, это энергии. Энергия. Определенные энергии, да.
У нас на Земле есть такие камни, но они знают, мукис называются. Они как бы из Земли вырастают, круглые такие становятся. Никто не знает, откуда они появляются. Но есть такой мужской камень. Вот я сейчас визуализирую их и передам Вере. Они как на орехи похожи, круглые такие. Мужской чуть побольше, а женский чуть поменьше. И посередине у них такая прожилочка, как бы соединяющая их нахуй проходит. Вот эти камни, они вот если их взять в руки, они как бы вот тут энергетически уравновешивает человека. Я сам это пробовал на себе. У меня дома есть такие два камня, очень интересно. И о лечебных свойствах камней написано очень многих. Есть минералогия, у нас целая наука. А камня... Почему-то говорит, что это родители. Родители? Камни мама вот эти, и да? Папа. Мама и папа, правильно. А откуда они появляются-то? Как они появляются? До сих пор никто не знает. Их находят на земле просто лежащими. И много лет, он говорит. Миллиарды лет. Их находят и находят. Они знают эти камни, о которых я сейчас говорю? Действительно, мама и папа их называют. Да, все верно. Ну вот он, видимо, не знает. Угу, хорошо. Очень интересно. Он вообще мало знает о Земле. В какой отрасли огонь является специалистом на своей планете? В чем он... Я не знаю, идет общение. То есть... Общение, коммуникация, да? Ну, видимо, да. Хорошо, но не только с землянами, с разными цивилизациями. К ним, да, безусловно, много цивилизаций прилетает. А сколько, можно спросить, цивилизаций прилетает к ним, кроме наших? Абсолютно разные, вы даже представить себе не можете. Тем более, они тоже летают. Как они мы, тоже да. перемещаются везде, да. Вообще ничего не знаем, поэтому и спрашиваю, для вас это нормальный день. А как проходит у вас рабочий день, если можно спросить? Как вы, чем вы занимаетесь, какая у вас... распорядок, как нам, людям, это понять? Ну, вот он говорит, у нас нет день и ночь, здесь совсем все по-другому. И вообще у них совсем, ну, если можно сказать, время, да, оно совсем по-другому протекает. То есть это тысячи лет, как у нас секунда. То есть, так. То есть нет смысла спрашивать, сколько ему лет? Ну да. Да, понимаю. Вечность, они живут в вечности. Хорошо. А какой принцип их жизни? Ну вот я не знаю, но вот как нам представить? Ну, говорит, что здесь кремниевая жизнь. И вы сами понимаете, что им очень много лет. То есть по сравнению с вашим биороботом мы живем много лет. Да, да, это понятно. Он говорит, вы, наверное, слышали про свойства камня, что камни могут расти? Я слышал о таком, да, камни могут расти, и причем... Есть такие, которые из земли вырастают, камни, или их выталкивают. Может, мы об этих вещах сейчас говорим? Нет, он говорит, что я просто маленький пример привел вам. Понятно. Что нам понятно, для вас это... Для вас нормально. Для ваших умов это необъяснимо. Ну почему? Ну почему? Мы не настолько, в общем-то, если нас Творец создал, мы не настолько это, в общем-то, отдаленные люди. Мы можем себе представить, что даже камни могут расти, почему бы и нет? Почему ну, представить нет? Можно, но это не... Но мы не можем это увидеть, они же не растут за один день, правильно, как цветы. Да, вот, вот это он имеет в виду. Вот, поэтому что... надо иметь, жить миллион лет, чтобы увидеть, как они растут. Он может, мы не можем. Именно так. Да, я об этом говорю. Хорошо. Очень интересно. А как он меня услышал, когда я на солнце смотрел, я там о чем-то думал. Я энергией запитывался солнце, когда он подключился ко мне, я вспоминал этот момент. Это чувствуется на солнце, вот когда кто-то думает о солнце? Он говорит, что будь осторожен с солнечной энергией. Он говорит, что она очень теплая и приятная, и ты можешь не понять просто, сколько ты возьмешь. А, дозировка важна? Да. Понятно. Понятно. Потому что есть люди на Земле, вот я у него хотел спросить, они утверждают, что они питаются солнечной энергией. Вот они ничем другим не питаются, только смотрят на солнце. Вот якобы они получают достаточно энергии для того, чтобы они могли жить. Они практически даже воду, в общем-то, и не пьют. Он говорит, что это солнечные люди, да, есть такие. И они в Индии в основном живут, и, в общем-то, никто не может понять, как они это делают. Кто-то считает, что они обманывают людей, но когда действительно проверяют, оказывается, они действительно живут и питаются. Солнцееды их называют, вот так вот. Значит, ваши представители живут у нас на планете? Даже вот их мало, но они есть.
Очень интересно. Какой они опыт набирают на Земле? Это их выбор. То есть, если ты захочешь, ты можешь свободно перевоплотиться на Земле и жить среди нас по своему желанию? Должен определенный уровень быть, чтобы перемещаться по другим планетам. Мы говорим о уровне доступа сейчас, да? Или уровень развития? Уровень развития. Развитие, понял. Хорошо, по уровню развития. Это у них уровень развития вот этой вот жителей Солнца. Хорошо, Вера. А женщины у вас есть или какие-то у вас один пол? Или как представить жителей? Вот какого он пола? Или у вас нет вообще полов? Мужского, женского? Нет. То есть все одни, один пол. Я понимаю, о чем ты говоришь. Он говорит, что если это можно так назвать, что-то такое у них есть, но оно никак абсолютно не влияет. Да, понятно. Оно не то, что не влияет, а его никак нельзя сравнить с тем, что есть у вас. Обязанности и совершенно разные физиологии. У нас есть небольшие различия, и опять же, это только мы знаем. А функции разделяются между разными вот этими, которые... Нет, не разделяются. То есть практически все одной функции. То есть да. У вас нету детей, у вас есть просто два, вот они рождаются в одном возрасте, или как это себе представить? Вы не растете, нет? Что значит не растете? Ну вот как дети рождаются, они маленькие, грудные, потом становятся больше, больше, растут в высоту. То конечно, они... растут и развиваются. А, вот я по это хотел спросить. Хорошо. А какая у вас существует, я не знаю, это глупо спрашивать, религия, наверняка у вас такого нет. У вас, наверное, есть только вера единого Творца на всех цивилизованных планетах. Так и есть. Вы находитесь с ним в лучшем контакте, я полагаю, чем жители Земли. Он говорит, что мы все равны. А вот он может ответить на такой вопрос, почему существует, почему Творец создал 50% темной энергии, 50% светлой энергии? Для каких целей? Почему у нас существует на Земле? Вот у вас нету плохих, я полагаю, душ или там таких как рептилоидов или таких... Он как... говорит, что для баланса, и у нас тоже есть свои враги. А у вас тоже есть? А как можно себе представить ваших врагов? Это кто может быть вообще? Ну, у нас там... Он там... говорит, что это закрытая информация. Понятно, хорошо. Но это, я полагаю, речь идет о темной цивилизации сейчас, да? Ну, почти. Да, ладно. Просто такой информации вообще на Земле никто не имеет, что на Солнце у кого-то могут быть враги. Самая большая звезда в нашей галактике, я понимаю. Земля вообще капля по сравнению с вами. Поэтому у нас есть враги. Многие хотят... все понятно. Конечно, такое теплое место. Ну и землян поэтому, наверное, есть враги, да? Я так полагаю, по этой же причине, что у нас теплое враги место. Враги есть у всех. Это создано для баланса, да? Для того, чтобы развивались все и все. Он говорит, что темные силы, они не считают себя темными. У них есть своя правда, за которую они воюют со светом. Мы когда спрашивали от Архангела Ханиила насчет темных энергий, он коротко ответил тремя словами. Они имеют право быть. Все. Потому что у них своя правда. Может быть, в своем понимании они считают, что они несут свет. Но такого, как божественная любовь, этих чувств им не знакомы, да? То, что Творец всегда для них открыт, то, что они могут... Думаю, это надо спросить у них. Ну да, мы общались с драконом вчера, он нам немножко рассказывал, трехглавый. Он сказал, что у них друзей нет. Он сказал, что у него его друзья — это его три головы. И по закону Вселенной, если он имеет какое-то преимущество, он может подключиться в тех, у кого меньше преимущества перед ним, и взять практически все, вплоть до его знаний или его тела. Это немножечко удивило нас, но, в общем-то, оказывается, все-таки это 50/50. Об этом идет речь сейчас. Там все очень сложно. Если вы зададите вопрос, я отвечу. Да я даже не знаю, какой вопрос задать, поэтому, если информация закрыта, поэтому лучше не буду ничего спрашивать по этой тематике. Я понимаю, если вы сказали, что у вас есть недоброжелатели, то это, в общем-то, принцип, который распространяется на всю Вселенную.
Вот, есть светлые места, есть темные места, темные мира, светлые мира. У нас даже есть нижние мира. У нас там черти живут. Надеюсь, у вас такого же нету, правильно? Вы знаете, что такие черти, демоны? Но он говорит... В общем, лично он не знает. Скорее всего, он говорит, вы говорите о каком-то негативе. Да, это негатив. Ну, вот он говорит, что у нас тоже есть свой негатив, но получается, что негатив со стороны, как-то так он говорит. У нас тоже негатив со стороны, это сущности. У нас бывают нападки, на нас тоже нападают. А, то есть типа паразитарные такие существа, которые подключаются. Да. Вот, это я хотел спросить, потому что вот к нам они частенечко заглядывают в гости, особенно если человек находится в состоянии болезни или низких вибраций, а 4 Герц. Дело в том, что у них совсем другой уровень, и они вот телепатические, и в общем, у них есть какая-то, ну, чувствительность, что ли сказать, они сразу чувствуют эти нападки, если что-то приходит. То есть они воспринимают... Извне. Как вот чувствуют. Если извне что-то приходит, да, они начинают это чувствовать. Это сенсорика развитая называется, у них они начинают это чувствовать до того, как оно пришло. Мы, к сожалению, это чувствуем, когда оно уже пришло. Или когда уже поздно. Поэтому до вашей сенсорики нам еще очень долго идти. Говорят, в большинстве вы даже не понимаете, что это сидит в человеке. Ну как, есть такое у нас понятие, как седьмое чувство, там, в животе где-то скрутило, и ты чувствуешь, и не понимаешь, почему ты что-то чувствуешь, но тебя это оберегает от чего-то. Может быть, вот это мы об этом сейчас говорим. У нас есть такое чувство, да, мы чувствуем опасность, каждый человек чувствует ее, у каждого земного человека есть свой куратор, наставник, ну, учителя у некоторых есть, вот, в общем-то, мы не так, в общем-то, мы развиваемся тоже. Есть у нас сенситивные чувства. Вот если мы даже до Солнца долетели, сейчас с вами общаемся, наверное, все-таки есть. Он говорит, я говорю про общую массу. Это одно и второе. Он имел в виду, что человек может скатываться ниже и ниже, и при этом он не будет понимать, что его, ну, вот эти негативные нижние миры дергают за ниточки. То есть и алкоголь, и наркотики, и да, разные... другие вещи, то есть за человека это уже делают нижние миры, а он это не понимает, он вот это имел в виду, да, что но... у них такого не может случиться, да, из-за их вот чувствительности. Вы на большом преимуществе находитесь, потому что мы постоянно имеем клиентов, которые приходят к нам, и мы снимаем с них спрутов, мы снимаем с них с рептилоидов, драконов, драконианцев, всякую нижние миры, чертей, вообще ужас, что оттуда вылазит. И они все имеют, считают, что они правы, имеют право к нам подключаться, а люди болеют, и ни один врач не в состоянии поставить правильный диагноз. Но он говорит, тоже... что вы сами их пускаете. Мы спрашивали как раз у этих представителей, когда они подключаются. Серые, например, греи, они подключаются во сне. Они подходят, у них вообще нет ни совести, ничего, они воруют все и пытаются получить какую-то выгоду. Они подключаются ночью, устанавливаются во сне. Когда человек находится в астрале, безусловно, не каждый может противостоять или имеет какую-то защиту возможную, которой он может противостоять. И поэтому для них это очень легкая игра. Если человек еще находится в негативном состоянии или под алкоголем, вот, то, конечно, там ворота открыты. Тут я вот он говорит, что для представителя каждой цивилизации существует защита. То есть и от греев есть защита, и от спрутов. У них у всех есть слабые точки. А не мог бы он чуть подробнее объяснить? Может, это для нас была бы полезная информация, для людей, или это закрытая информация, как, в общем-то, не разрешать этим сущностям подселяться? Потому что я вчера с драконом разговаривал, он откровенно смеялся. Он сказал, что ваш манифест, который вы читаете, его, он не действует только потому, что вы не верите в то, что вы читаете. И они это видят. Да, он говорит, что это видят все, кроме вас. Что именно видят? Видят, что... В общем, есть такие слова, вот, он говорит, слово — это ваше оружие, а вы слова, ну, бросаете на ветер.
на вашем языке. Хорошо, я начинаю понимать потихоньку, что он имеет в виду. То есть мы сами своими словами призываем как бы это негатив к себе. Вот это имеется в виду сейчас. Имеется в виду, что вы словом можете защищаться. Выставляя слово и веря в это слово, вы можете защищаться. Очень интересно. Но мы так, в принципе, слипперы-гипнологи защищаемся. Мы сами себе даем установку, эти слова, они действительно действуют. То есть каждый человек должен, по идее, ставить такую защиту, как мы ставим. Должны верить в то, что делают. Должны верить в то, что они ставят. Понятно, да, да. Ну, конечно, безусловно, каждый человек на Земле находится на определенном, на своем уровне, и не каждый, в общем-то. Кто-то более развит, у кого-то дары есть от Бога. Кто-то космический. Говорит, что ты не забывай, что я говорю глобально, то есть, ну, да, про землян. Про землян, конечно, да. Да, я не перехожу на личность, он говорит, что я говорю глобально, ну, про всех землян. А можно дать человечеству какой-то совет вот, с твоей точки зрения, вот, с твоей позиции, как им противостоять этим силам, кроме того, что ставить защиту? Не, он говорит, я не буду ничего советовать. Кто хочет проснуться, он просыпается. А, вот так вот. Понял, понял. Хорошо. Кто хочет проснуться, тот просыпается. Дорогу осилит идущий, правильно? Осилит. Осилит, да, очень интересно. Хорошо, давай перейдем ко второй части разговора. Что тебя интересует о нас, людях? Может быть, тебе было бы интересно что-то о нас узнать, какую-то информацию, мы могли тебе в силу наших знаний. Он говорит, что меня больше интересует недра Земли. Недра Земли. Ископаемые. То есть геологическая какая-то составляющая. Никаких проблем. Мы можем ему дать, подготовить для него информацию, что есть на Земле, что мы уже нашли, как оно выглядит. И я эту информацию передам Слиперу, а Слипер передаст тебе эту информацию. И ты сможешь ее практически получить, если тебе интересно. Или ты можешь сам запросить в информационном поле, или ты сам знаешь уже, какие у нас есть полезные ископаемые. Мы можем для тебя их материализовать сейчас, если ты это хотел. Вот это он хотел, да. То есть он бы хотел знать. Конечно, у него есть вся информация, просто он бы хотел знать, как выглядит. А сколько информация о скольких камнях у него присутствует вот в его библиотеке с Земли? Вот сколько он знает камней с Земли? Он говорит, ты опять зацикливаешься на цифрах. Ты что он говорит, что я знаю больше, чем даже вы сами. Больше камней, которые находятся на Земле, чем даже вы сами. Я объясню, почему он спрашивает. Я спрашиваю это. Если он захотел если я что-то материализую, я должен обязательно знать какое-то количество. Понимаешь? Я не хочу вот сейчас... А количество — это всегда число. Вот если ему хотелось бы 15, 20, 100 редких камней, которых есть на Земле, вот пусть он тебе передаст. Хорошо, он говорит, давай так. Хорошо, передай сейчас что Слиперу. Что он хочет? Он хочет драгоценные и полудрагоценные. Вот в этом. Но он знает все драгоценные, знает все полудрагоценные. Пусть скажет, сколько драгоценных, сколько полудрагоценных камней. Мы все равно приходим к числу какому-то. Их же тоже неопределенное количество, тоже же нет, а неопределенное количество. Вот это и есть, он не может ответить, во-первых. Во-вторых, он говорит, что, опять же, это то, что вы знаете. И в-третьих, драгоценный для кого? Если вы, вот именно. То есть для меня может простой камень быть драгоценнее вашего изумруда или чего-то. То есть, Понял, хорошо. Каждый давай, камень драгоценен. Вот он давай говорит. Сделаем следующее. Я понял, что он сделал, что он хочет приблизительно. И давай сейчас сформируем, знаешь, как вот те люди, которые ювелиры ходят, у них такие, как в руках планшеты такие, вот там они разворачиваются, там камушки такие лежат. Угу, вот, да. Вот представь себе, что с каждой стороны по 50 ячеек.
С одной стороны драгоценные, с другой стороны полудрагоценные. 50 слева, 50 справа. И на счет 3 я материализую сейчас для нашего друга огня 50 драгоценных и 50 полудрагоценных самых лучших камней, самой лучшей обработки. И они появляются в этой упаковке. 1, 2, 3. Он, знаешь, он как-то так посмеялся, потому что он говорит, что драгоценных камней всего то ли 7, то ли 10 на Земле. А я 50 сказал. То, что считают люди драгоценными, он имеет в виду. Хорошо, я просто не знал, что он хотел. Наверняка, может быть, да, я с металлами еще перепутал, дорогие металлы. Хорошо, сколько там, уменьши коробочку, сделай столько, сколько камней появилось. Сколько у нас камней сейчас? Ну, камней много разных. И он, знаешь, он еще попросил подводные. Хорошо, подводного мира, да? Хорошо, и давай сделаем... Подводного мира, да. Вот кораллы 20, тоже. 20 камней подводного мира вместе с кораллами материализуются рядом с тобой. 1, 2, 3. Угу. Самые яркие, которые есть. Да, ему кораллы очень нравятся. Да, кораллы действительно. Но кораллы — это же не камни, это же... Но он говорит, что они очень похожи на нашу форму. А, поэтому, да. У нас их, по-моему, несколько видов есть на Земле. Этих кораллов. У нас сколько там он получил? Один или... У него несколько разных цветов. Несколько разных цветов, да. Они есть нескольких разных цветов. Вот, ну рубины у нас там есть, еще сапфиры, смарагды. Действительно, 50 нет. Это я загнул. Но он говорит, что полудрагоценных в вашем понимании много, а драгоценных что-то меньше 10, по-моему, он говорит. Меньше 10 драгоценных. Да? По-моему, 7. 7-10 идет вообще. От 7 до 10. Да, это любой, наверняка тот человек, который работает с камнями, это может подтвердить. У нас есть, кстати, этот вот... Ты видел когда-нибудь учебник по минералогии «Атлас», где все камни существуют, с фотографией их? Вера? Нет, не видел. Альбом по минералогии, где все камни описаны и так далее. Он знает, о чем я сейчас говорю? Центральная такая одна книга, и там все камни. Все о камнях, которые есть на Земле, которые найдены. Он говорит, я из других источников получил. А, ну понятно, конечно, да. Безусловно, у него источники лучше. Мог бы предложить. Других у нас информации, к сожалению, нет. Но надеемся, мы ему этим сделали приятно. Но он рассматривает, он так сквозь них смотрит. Сейчас большой синий какой-то камень у него в руках, он через него смотрит. А что он видит там, можно спросить? На что он обращает внимание? На энергию. Энергию и историю. У каждого камня своя история. Он может читать историю камней? Да. Вау, я даже не слышал о таком. А может он рассказать хотя бы вот нам, дилетантам, про историю того камня, который он сейчас в руках держит? Для нашего понимания понятно. Какую информацию он там считывает? Откуда он пришел? Когда, как он рос, где он был, под водой, или в какое-то время он был под водой, потом на суше, что он видел, даже видит, что он видел. Так получается, он может, камень тогда имеет, накапливает информацию и ее может считать, получается? Ну, конечно, как кремний, он же говорит о вас компьютерных, ваших компьютерных. А ваших компьютеров из чего сделано? Ну да, да, все верно. Кремниевое. Сделано. Из чего сделано что? Проводка или как-то в сети. Памяти или что он говорит? Процессоры. Скорее всего. Диск памяти тоже есть, конечно. И там, говорит, кремниевая структура. Понятно. А как, эти камни для него какую-то представляют такую ценность, как для хобби, или это его как-то вот, как это он Но значит? Он больше как историк, вот ему интересно понятно, историю каждого камня. То есть
Класс. К сожалению, мы не умеем такой техникой пользоваться и не знаем даже, как можно считать информацию. Хотя, или мы можем, как люди, тоже считывать информацию с камней. Ну, когда-то, говорит, вы до этого дойдете, будут технологии такие. То есть у камня есть память. И если ты умеешь читать, можно и динозавров просмотреть через камни, и много чего. Камни много помнят, вот он говорит. Да, конечно. Они все переживают. Камни сколько-то, миллионов-то лет есть. Конечно. Они действительно и динозавры видели, и все. Интересно, очень интересно. Но он говорит, что нам пора идти, потому что... Да, хорошо, я только хотел сказать. Эти вибрации разные, они все равно на нас влияют. Да, да, мы как раз хотели поблагодарить его за эту экскурсию. И будем потихонечку прощаться с ним, рассинхронизироваться. Если он хочет что-то сказать, пусть говорит сейчас. Нет, он говорит, что он нас проводит. Хорошо, пожалуйста. Он вместе с нами летит или мы сами? Да, он летит в этой капсуле, да, пространство абсолютно. Все, он понял. Нас там оставит. Отлично, договорились. Спасибо большое. И переносимся все к нашей капсуле. Значит, 1, 2, 3. Да, мы садимся, в нее и делаем квантовый переход. Млечный путь, нейтральную зону. 1, 2, 3. Он говорит, что я вас забрал с потока Абсолюта. Куда вам? Тогда в поток Абсолюта, конечно. Хорошо. У нас там тарелочка стоит. Мы дальше сами. Да, очень интересно. Но он благодарит нас тоже, вот пока переносит. Спасибо большое за информацию. Пусть он в следующий раз подготовит вопрос. Я его попросил, может быть, я. Что-то могу ему еще ответить, кроме камней. А ну вот Синий, знаешь, что говорит? Что да. Ты, не понимая того, даешь ему много информации. Просто он очень много может сочетать с этих камней про землю. И может быть то, что ему и не совсем доступно или разрешено знать. Вот как. Понятно. Значит, не все можно материализовать, да? Ну, они, видишь, они очень связаны с этими камнями. Именно вот для него это очень важно, но он знает, как ими пользоваться. Хорошо, то есть понятно. Для него это не просто подарок, для него это вот инструмент в его руках. Хорошо. Ну, он к нам дружелюбно настроен. У них есть совесть, такое как понятие, насколько я знаю. И они намного развитие нас, они не желают нам вреда, насколько я понимаю, они даже помогают землянам. Да, они помогают. Да, мы здесь. Хорошо. Стоп. Хорошо. И тогда мы прощаемся с нашим другом Огнем. Благодарим его за эту экскурсию. Надеемся, в следующий раз, когда он получит разрешение показать нам Солнце, он даст нам это известным нам способом, и мы с удовольствием воспользуемся этим приглашением, когда бы оно ни пришло. Он сказал, что будет на связи. Хорошо. И сейчас я должен открыть ему портал, да? Нет, он сам идет на свои капсулы. Отлично. Еще раз огромное спасибо за экскурсию. И до следующих встреч. Он ушел. Все. Отлично. Хорошо. Сколько у тебя процентов энергии сейчас? Это у меня там на солнце. 540. 500. Меня тоже колбасит немножечко. Он покушал энергию хорошо, да. Я там чувствовала еще. Да, да, но отход есть какой-то. Хорошо, у меня сколько процентов сейчас? Хорошо. Синий, наш друг, он рядышком? Да, он говорит, что не надо так всем доверять, хоть у него и есть совесть, он все равно делает свое дело, то, что ему нужно для его развитие. Жизни там, да, его развития. Ну, хорошо, дав ему пару камней, я надеюсь, я не раскрыл какую-то страшную военную тайну землян, которую бы он не знал. Если он больше знает камней, чем мы, он просто их, может быть, не видел никогда. Вот он говорит, нет, ты не раскрыл, я бы не позволил. А у нас есть тайны? Конечно. Как у любой планеты. Это вообще что-то новое для меня. Спасибо, я думаю, уже все давно все знают.
Уже они нас могут посещать, а мы их нет. Поэтому я думал, они настолько развиты. Амонии посещают они. Получить свою выгоду от этого, да? Да. А он, знаешь, он благодарит и говорит, что он устал от солнца. Да, и мы тоже немножечко придавлены от этого всего. Тогда в другой раз пусть подумает, что он хочет. И... Да. Хорошо. Тогда будем прощаться потихонечку. Угу. Мы благодарим. Благодарим еще раз, да, и до следующих встреч. Он сам уходит на свою чистоту. И на счет три, Вера, расформировываю нашу зал встреч. Один, два, три. И выходит, появляются два водопада. Мой, и мы туда заходим, кристаллизуемся, очищаемся, наполняемся. И выходим чистыми. Водопады вообще сейчас, после солнца. Вот такое ощущение, что охлаждение пошло, как холодный душ я сейчас чувствую тоже. То, что надо сейчас. Да. Видишь, долго там нельзя находиться. Все-таки радиация на солнце есть. Может, мы ее так воспринимали, потому что мне уже так голова задурманивалась немножко. Да. Тоже, да? Угу. Ну, вот так вот где-то. Не дали нам сильно посмотреть планету, надо разрешение. Смотри, ощущение, что от нас пар идет вот после... Вот я чувствую сейчас реально. Водопаде. Классно, стоим там, пока не охладимся. Надо было синего взять, хотя ему водопад не нужен. Ну. И представляешь, на него действовал, да? Ну, видимо, да. Что, выходим? Выходим, давай, все.